волны здесь не детские. Дело в том, что я туда хотел зайти, и очень сильная волна сначала ударила. Ужасные здесь эти. Дело в том, что здесь не просто волны. То, что волны, это одно. Здесь внизу вот эти вот камни, они бьют, по ногам бьют. Притом конкретно наносят удары по ногам. Вот они, черные камни. Когда сильная волна, по телу и по ногам больно бьют. Поэтому пляж, конечно, такой своеобразный, интересный. Куда дальше вообще лучше не заходить. Просто смывает. Во-первых, в эту сторону. Ой. Смывает. Во-вторых, в ту сторону тоже смывает. Притом так на ровном месте. Такой вот океан. Просто здесь, видите, место открытое. Нету такого, как бы, закрытости такой большой. В принципе, она открыта все. Поэтому такие сильные. Здесь есть некоторые места очень красивые, где закрыто вот такое вот. Такая углубинка, скажем так, идет. Вот. Поэтому лучше, конечно, в таких углубинках купаться, чем вот в таких местах. Потому что здесь реально волна может унести. Ай! Так, пойду я отсюда. Просто камнями тебя рубит. Ужас. Еще здесь очень такая опасная вещь, друзья, это вот этот сам песок. Дело в том, что он черного цвета, и из-за этого он очень сильно нагревается. Вот в этом месте он нормально, потому что здесь как бы он мокрый, здесь можно ходить. Когда ты вот переступаешь уже на эту сторону, песок становится ужасно горячим. И дойти, допустим, вон до того места, где там ноги, допустим, помыть, или там, ну, в этот, душевая, пока ты до нее доходишь, уже ноги реально сгорают. Естественно, это тоже очень опасно. Вот такие вот здесь пляжи. Сейчас находимся на острове Ла-Пальма, Канарские острова. Но места очень красивые. Вот. Купаться, правда, опасно. Особенно с этими камнями. Пока все, буду выключаться. Смотрите Андор ТВ.